Алло, всем! Вот, как я обещала, дочь у меня сегодня будет делать тортик такой. Вон уже переготовили мой. Я вчера закупалась, да, показывала, у меня было там видео. Специально уже заготовка как бы к торту, да, бисквит не стали печь. Вот, и сейчас она сделает с клубники. И потом клубнику наверх она сделает. А крем у нас будет, это сливки. 400 грамм, да, две пачки вот этих сливок. Потом шпайзекварк, ну, это растертый, как творог, да? Да, растертый творог. И одна маскарпоне. Маскарпоне будет у нас. И вот эти вот конфетки. Сейчас, когда будем делать, покажем вам. Ну, поехали. Покажу вам погоду. Сейчас подальше сделаю. Сегодня у нас ночью обещают... очень-очень сильный ветер у нас, даже до 4 класса и киндергартены, садики не учатся завтра, чтобы детей не водили в школу. У нас очень-очень прям ураган будет. Прям, извиняюсь, у меня голос еще простуженный. Вот у нас уже тут, я вижу, елка качается вовсю. Ну, так что все с балкона поубирала, и где цветы, и где такое, все поубирала. Цветочек мой. Так, значит, что делаем? Берем этот шпайзекварк, растертый сыр. Грамм здесь растертого сыра, потом маскарпоне. Ну, наша собачка здесь уже ходит, он с кухни у нас вообще не вылазит. Маскарпоне, и сахару 100 грамм. На стол не положили, да, здесь еще сахару 100 грамм. И туда же сливки мы делаем. 100 грамм сейчас сахару добавим. И загуститель. Ну, хотя он так сам загустеет, Милена, то, что маскарпоне там. И шпайзекварк это. Мне кажется, даже не надо вот это вот добавлять. Он и так густой будет. Вики! Вот этот вот я часто беру. Делаю очень-очень высокие торты. Беру, знаете, белый, а это шоколадный. И я беру две пачки, да, в пачке по три штуки. И делаю сначала шоколадный, потом крем, потом делаю опять белый. Белый вот этот вот тайк. Тайк это бисквит, ну, как бисквит, да, вот это, как сказать, корж. Корж, точно по-русски корж будет. Потом опять коричневый корж, потом опять крем, потом опять белый корж. Знаете, так красиво вообще. Но в этот раз я поехала в русском магазине, купила на Валентинс, так, на День всех влюбленных, тортик. Вы не представляете, какой он был вкусный. Это мне это вообще очень понравилось. А я всегда делала, я вырезала, вот такое беру и вот вырезаю сердце можно вырезать. Даже, девчата, можете с такого делать ежики. Ежики, вы знаете, да, вот такие выдавливаешь, их там несколько штук. Ну, кто девчата делают, они знают. Один корж, я брала, например, две пачки такого, да, белый. Ну, правда, это я с белых этого коржа делала. По нём мягкое-мягкое. Потом делала крошку, ну, чтобы обкатывать, да, вот эти вот ежики. И потом это очень вкусно, очень вкусно. Что ты спекешь, что ты так делаешь. Ну, конечно, когда спекешь, это вкусно, это я знаю. Так, ну, все, сейчас мы собьем. Вот, посмотрите, какой у нас крем получился. Так. Какой густой, вкусный-вкусный. За место сахара можете сахарную пудру добавить. Все, сейчас половинку сюда делаем. Так, посмотрите, девочки.
Мы в крем, значит, добавили еще буяну, да? Конфетки такие. Так, теперь это молочком. Мы смазываем коржи. Тут три штуки. В креме у нас, короче, я говорила, шпайзекварк, маскарпоне и две пачки сливок и 100 грамм сахара. Ну-ка, момент. И вот эти вот две штучки конфеток мы поломали на мелкие кусочки и туда добавили крем. Крем очень вкусный. Если хотите, чтобы он у вас не сильно такой густой был, можете добавить еще 200 грамм сливок. Но нам этот крем больше нравится, он такой, он пропитывается все равно, потому что вы все равно этим... Я прям сюда в тарелочку и налила молочко, потому что где клубника была, мы туда и положили сразу. Прям в эту же тарелочку. И потом также обильно молочком смазываете, и потом наверх крем. Вот, теперь второй слой. Вот он, мой Рики, собачка наша. Он всегда напротив кухни сидит. Он так кухню любит, да, Рики? Кухню и кровать свою. Он у нас только кушает, спит. Вот у него палочка. Мы всегда вот такое покупаем, знаете, для собак. Оно очень хорошее такое, вот как сухое, как косточка. Да, Рики? Помощник наш. Ну, куда ты пошел? Иди сюда. Вот уже намазали тортик. Теперь украшаем клубничка. Клубничка вымыта. Предварительно она водичка стекла. Теперь украшаем тоже буену. Конфетки вот эти вот. Посмотрите, какой у нас тортик. За 15 минут, не за 10, а за 15 минут. Вкусный крем вообще, очень вкусный. Можете украшать, конечно, как вам нравится. Но мы так вот украсили. Можно было и киви сюда положить, и покраснее клубнику. Клубника хорошая была вообще, в Лидле хорошая-хорошая. А вон та пачка у нас оставалась как сальди, да? И видите, мы разрезали, и оно как белое, беловато. Ну, я же говорю, надо было тут это порезать. Но все равно оно белое, но оно вкусное. Вкусное, сладкое прям попалось. Я говорю, что это такое? То обычно берешь, она еще кисловатая. А в этот раз вообще хорошее и вкусное. Вот. Вот такой у нас тут. Пускай он полчаса немножко полежит. Можете в холодильник, можете в теплое, но я в теплое место делаю, потому что мы будем потом кушать сразу. И это, ну, чтобы он лучше пропитался. Алло всем, доброе утро. У нас на это утро у нас следующего дня. У нас такой ветер, это ужас сегодня. Даже детям, как у нас, как ребенок в 8 классе учится. Даже вчера пришло нахрихт, ну как по СМС, да, это хотим мы детей больших уже в школу отправить или нет. Маленькие-то и садики у нас, например, закрыты. Ужас, что делается целую ночь, но это только начинается. Еще будет и будет, еще будет и будет, как бы ветер сильный, ураган. У нас собачка моя стала. У нас всегда вот февраль, март, вот такие ветра сильные. Потому что я помню, что мы когда на дачу покупали кофе выпьем. Сейчас будет греметь. Потому что она когда перемели, у нас боны, ну как специальные эти, что такое?
Ну, она сама у нас как бы делает кофе. И у нас, знаете, сейчас тут тоже свет включу. Потому что у нас всегда в феврале. Сейчас поеду к курсу у нас еще, правда, сколько у нас? Без 10:07. Поеду на дачу, посмотрю, там опять крыша к нам чья-то не прилетела. У нас каждый год что-то прилетает. Или крыши, или разбивается вообще все у нас там. Нельзя повешать это постоянно. Что-то у меня сегодня прическа не то. Я еще хриплю, болею. И поеду сейчас на дачу курс. Мне все равно на почту надо. Что это такое? И посмотрю там, как дача. Ну, еще все равно темновато. Ну, и два раза поеду туда. Вот. Так что потом покажу вам. Ветер прям. У меня собачка сегодня два раза всего как, ну, как по-маленькому сходила. Потому что ветер боится, бежит. У нас все тут летает, все тут у нас гремит. Это катастрофа, конечно, не дай бог. Не дай бог, вот такие вот природные, знаете, климат такой вот. Это вообще нельзя такое, как бы. Не знаю, я сама боюсь, когда ветра такие, когда еще что-нибудь там. Это ужас, у нас прям аж ахтунг объявляли прям аккуратно, и чтобы с этой погодой лишний раз не выходили, машины не ставили под деревьями, и вообще лишний раз на улицу не выходить. Но это уже, конечно, уже это чересчур. Люди боятся. Возле леса, там кто бегает, да, спортом занимается. Возле леса, чтобы не про. Ну, как не это. Не бегали, так сказать. Кофе попью, поеду на дачу, мне надо на почту свой кранкмельдинг больничный отправить. И потом приеду, буду делать пельмени сегодня. Ну и все, посмотрите, я даже немножко похудела. То, что вот болеешь. Вот, но встретимся с вами попозже. Посмотрю, может, что-нибудь вам сниму. Пока я на больничном. Буду вам немножко снимать.